Стоит мужик утром на остановке. Мимо пробегает какой-то спортсмен, щелкает его легонько по носу и говорит: «Дурачок!» и бежит себе дальше. На следующее утро ситуация повторяется. Ну, мужик вечером приходит домой, рассказывает про это жене, а та ему и говорит: «Да забей! Мало ли дураков всяких бывает!» На следующее утро опять стоит мужик на остановке, мимо пробегает тот же спортсмен, щелкает его по носу и говорит: «Ябеда!» Лектор рисует на доске график и, немного заикаясь, говорит: «А вот это мы сейчас заштри...» Один добрый студент задних рядов решил ему помочь и заканчивает слово: «Хуем!» В аудитории образуется гробовая тишина. После нескольких секунд паузы лектор, поправляя галстук: «Ну, кто чем, а я мелом!» Девушка парню: «Раз ты забыл презервативы, значит, секса сегодня не будет». «Ну, Юль, у тебя же в тумбочке целая пачка лежит». «И не рассчитывай, эта пачка для гостей». Когда пришло время платить, а платить Васе было нечем, он сказал проститутке: «Хорошо, а теперь давай ты меня». Муж с женой сидят и телевизор смотрят. Тут звонок в дверь. Жена пошла открывать. На пороге сосед: «Слушай, раскрой халатик, а? А я тебе 1000 баксов дам за это». Жена подумала и раскрыла халатик. Получив заработанное, возвращается к мужу. Муж и спрашивает: «Кто приходил?» «Да соседка за солью приходила». «А я думал, сосед снизу долг 1000 баксов принес». На бедного Василия, который уже 20 лет живет в однокомнатной квартире с женой, тещей и 2 детьми, комары больше не садятся. Разговаривают 2 друга, один и спрашивает: «А ты как зовешь свою жену?» «Я свою зову Томагавк». «Она у тебя что, из индейцев, что ли?» «Да нет, русская, просто зовут ее Тома, но злая сучка, как собака». Идет негр с попугаем на плече. Мужик у пивного ларька смотрит напряженно на них и спрашивает: «Ты где взял-то его?» Попугай отвечает: «В Африке, их там миллионы». «Продам недорого пылесос Sony, телевизор Sony, магнитофон Sony. Только, пожалуйста, побыстрее, пока Sony нет дома». «Алло, это секс по телефону?» «Мужчина, вы не туда попали». «Отлично, продолжайте дальше».